Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет люксовый шопинг. Так получилось, что вчера я была в магазине Шанель, отсняла скидки. Я думаю, вам будет очень интересно новую коллекцию. Много обуви, хочу с вами поделиться. Сегодня планируем посетить Прада, я не знаю, Бёрбери. В общем, я точно не знаю, куда нас занесет сила шопинга, но я думаю, что видео будет интересным. Мне будет очень приятно, если вы останетесь смотреть этот ролик до конца. Подписывайтесь на мой инстаграм, я там выкладываю интересные муд-видео. Девушкам нравится, комментируют, и мне приятно. И также подписывайтесь на мой ютуб, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. В общем, я канал сейчас веду очень интенсивно, поэтому мне будет приятно, если вы останетесь со мной, и мы будем больше времени проводить вместе. Переключаемся. Итак, милые девушки, для меня было открытие, что в Шанель есть скидки. Я вам хочу показать обувь. Например, вот эти шлепанцы стоят 25 050 гривен со скидкой, это 918 долларов. Вот эта лаковая пара обуви стоит 20 790, и в долларах это 762 доллара. Вся обувь выставлена по размерам. Я очень люблю бежевую с черным обувь, и она стоит 19 200, это 703 доллара. Очень много больших размеров на скидках. Понравилась вот эта пара обуви, 24 210, это 887 долларов, как раз мой размер, 40 с половиной. Очень интересный, мне особенно понравилась стелька и значок, конечно же, сам. Дальше босоножки 19 770, и это 724 доллара. Далее классические модели, мне кажется, они наиболее красивые, наиболее популярные, на них нет скидок. Вот эта пара обуви стоит 28 300 гривен, это 1037 долларов. Бежевые и черные в одинаковую цену, они есть на низком каблуке и есть на высоком. Дальше то, что касается балеток, вот такие вот мне приглянулись, они стоят 24 300 гривен, это 890 долларов. Далее то, что касается осенней обуви, вот такие вот полуботиночки стоят 57 200 гривен, это 2097 долларов. И вот такая модель стоит 38 500, и это 1411 долларов. Далее то, что касается вот такой вот летней пары обуви. Как вы видите, верх полностью выполнен из сетки, эмблема Шанель. Они стоят 19 100 гривен, и это ровно 700 долларов. Они есть в разных цветовых решениях, и мне приглянулись вот такие вот осенние ботиночки, 53 750, это 1970 долларов. Далее вот такие вот туфли на тоненьком каблуке, сзади с надписью Шанель, они стоят 43 350, это 1590 долларов. Дальше мы отправились в магазин Прада, я хотела поснимать вам сумки, цены актуальные на них, но нам не разрешили снимать, поэтому просто-напросто я отправилась в ЦУМ и наснимала много красивых, интересных вещей. Например, вот такое поло Ralph Lauren, размер М-ка. Превзошло это поло все мои ожидания, я почему-то думала, что Ralph делает поло из какой-то очень жесткой дубовой ткани, но на самом деле ткань мягусенькая, тянется, красиво сидит по фигуре, вот этот вот вышитый знак. В общем, до такой степени мне приглянулось это поло, вот дайте ваш совет, как оно смотрится со стороны, потому что на него скидки нет, разумеется. Те вещи, которые мне нравятся, скидок на эти вещи, ну, либо совсем маленький процент, либо просто вообще нет.
было вот такое поло по скидке. Его цена со скидкой составляет 2170 гривен, это $80. Но размер L-ка немножко не мой размер. Все-таки мой в Ralph это будет M-ка. И смотрится, ну, совсем как форма, либо, я не знаю, для игры в теннис. То есть это не то, что я хочу. Вот черная мне, конечно, приглянулась. И вот такое поло, это уже эмочка, оно без скидки, стоит 3100, это $114. Состав 96% хлопок и 4% эластан. Ткань такая расцветка, как под джинс сделана. Но я какая-то в нем выгляжу уставшая. Все-таки вот черный цвет села, то поло на меня лучше всего. Больше всего оно мне запомнилось, больше всего мне понравилось. Итак, здесь я вам хочу показать невероятной красоты платье ручной работы. Насколько я знаю, все платье украшено камнями Сваровски, и вот вручную каждый камешек насаждается таким как пинцетиком в свое место. В общем, это очень кропотливая, трудная работа. Я выбрала красное платье, но в ЦУМе представлено еще было, знаете, в таком серо-лиловом оттенке, но это платье уже было на манекене, поэтому я решила брать красное. Промучилась очень долго, пока поняла, как его примерить на себя. Как вы видите, несколько слоев, такая как комбинация, и сверху уже непосредственно надевается эта сетка и страз. Я решила накинуть сверху красный жакет, потому что я немножко стесняюсь, оно очень такое открытое, светящееся. Что касается жакета, это оверсайз размер, он один. Состав жакета лен 100% и вискоза 100%. Я так понимаю, что вискоза 100% это подклад. Его цена 10 тысяч, это $367. И что касается цены на платье, платье 156 тысяч, это $2053. Я думаю, что в таком платье вы видели многих украинских звезд. Катя Саче, потом Слава из Неангелов. Даже Белла Хадид была в таком комбинезоне от Эльвиры Гасановой. В общем, теперь решила примерить и я. Напишите, как вам. Ну, оно невероятно красивое, конечно же, только на красную дорожку в таком. Итак, девушки, хочу вам представить новый бренд. Ну, как сказать новый бренд? Я имею в виду, что я никогда в своих шопинг-влогах не делала обзор на этот бренд. Насколько я понимаю, правильно читается он «Бимба и Лола». Изначально мне приглянулись очень эти джинсы, потом я увидела поло, потом еще увидела ветровку. В общем, я сейчас все покажу. Очень понравились джинсы, безумно красивый у них цвет. Камера телефона не передает оттенок джинс. Единственное, что вы видите, я как мартышка не могла разобраться, где же все-таки талия. То есть то ли мне их поднять выше, то ли ниже. Они довольно-таки глубокие джинсы, но мне кажется, их немного нужно носить приспущенными. Вот в талии они мне свободны, поэтому я их тянула вниз. На мне 36 размер. Ну, по сути, это мой, даже это маленький для меня размер. Меньше я не спрашивала, потому что мне нравится, как они по длине, по ширине. Джинсы 100% хлопок. Первая цена их 5350 гривен. И сейчас со скидкой они стоят 3750, что в долларах составляет $138. Небольшая скидка, мне кажется, стоит ждать больше. Хотя уже размеров нет, то есть раскупают. Я была несколько дней назад, было больше моделей, всего было больше. Сейчас, ну, еще нет больших скидок, но уже меньше ассортимент. Что касается пола, первая цена была 4250 гривен, сейчас ровно 3000 гривен. Это $110, но состав 60% акрил и 40% полиэстер. Я как бы состав сразу не увидела, вот сейчас, когда монтировала влог, разглядела состав, мне, конечно, поло, вот почему-то мне хочется поло. Девочки, какое лучше, вот это желтое или Ralph Lauren? Цена как бы ни первого, ни второго меня не устраивает, но хочется поло. Вот такая идея фикс у меня появилась. Буду искать, где-то должно мое меня обязательно ждать. И буду это искать скидку побольше, конечно же. Дальше я хочу показать вот такую ветровку. Я знаю, сейчас многие, наверное, напишут, либо скажут, что это абсолютно не характерный для меня принт. Но вот захотелось примерить. Я не знаю, мне эта расцветка, вот
это исполнение конкретно в бренде Bim by Lola показалось невульгарным, очень женственным, достойным. Ткань приятная, с таким легким атласным отливом. Она не технологичная. Если вы попадете в ливень, она промокнет, но, наверное, выдержит легенький моросящий дождик и защитит от ветра. То есть это просто для вечерних прогулок ветровка. Ее цена 4250 гривен, это $156. На мне размер S, немножко маловат, коротковат рукав мне, 100% полиэстер. На нее сейчас небольшая скидка, я думаю, что будет больше, но размеров уже нет. В зале были только XS, и вот эсочку я схватила, тот, что побольше. Симпатичная. Дальше хочу вам показать футболку. Это уже другой бренд. Называется Bash. Французский бренд. Его дизайнерами являются две девушки, две подруги. У меня, значит, футболка, которая меня покорила. Я лучше футболок не встречала за все лето. И даже, наверное, ей весну. Она невероятно нежная. Ну вот вы видите, да, какие вещи на меня садятся. Обычная черная футболка. Даже там нет никакого ни цветочка, ни бабочки, ни стразика, ничего. Черная футболка. Абсолютно оверсайз размера. Хотя это размер двойка. Но мне кажется, на меня села она отлично. Ни больше, ни меньше не нужно. Это хлопок 100%. Ее цена 1250 гривен, $46. Снимать ее не хотела. Она уже со скидкой. Это самый лучший хлопок, нежный, которую я примеряла, трогала, видела в различных магазинах. От дешевых до самых дорогих. Это просто самый-самый лучший экземпляр девушки. Снимать не хочу. Так, в конце ролика я хочу показать обувь из ЦУМа, брендовую, вот такой вот бренд Ману. В прошлом сезоне раскупили всю обувь, смели просто с полок, не дожила до распродажи. В этом году есть интересные модели. Эти черевички стоят 10-250 гривен, это $376. Вот такие шлепанцы на каблуке стоят 7950, это $291. Но у них слишком мягкий верх. Мне кажется, вернее, я уверена, что эти ремешочки не будут фиксировать ногу хорошо, но в цвете тифани безумной красоты. Дальше босоножки. Цена 7300, это $267. Маленький, устойчивый, красивый каблучок. Модель удобная, я мерила похожую, примеряла. Дальше грузинские дизайнеры, которые взорвали Инстаграм. Туфельки волшебные просто, 35 850 гривен, в долларах $1314. Я даже не знаю, стоит ли тут что-то говорить и как-то их описывать, они невероятной красоты, я думаю, многие видели в Инстаграме. В жизни сверкают намного больше, камера всю красоту не передает. Далее еще одни туфельки, девушки-продавцы сказали, что покупали на свадьбу, очень был большой на них спрос, это вот довезли еще модель. Цена на эти туфельки 31 850 гривен, это $1167. Невероятные просто красоты туфли, безумные. Далее, наконец-то, я увидела вживую туфли от Сары Джессики Паркер. Я ожидала большего, разочаровали меня туфли. Вот эти вот стоят 1450, это $515. Такое впечатление, что туфли выполнены из бумаги. То есть далеко Саре до Джимми Чу, Манола Бланик. Я ждала намного-намного лучше качества. И нет скидок. Абсолютно никакого процента скидки нет на эти туфли. Мне так они нравились. Я смотрела онлайн. И кто-то купил 40-й размер. Уже его, кстати, и нет. Дальше вот такая модель. Они полностью выполнены из ткани. Их цена 10 850, это $398. Дальше вот с таким вот острым мысом, просто на каблуке никак не фиксируется. 12 250 гривен, это $450. Такая пара обуви от Сары.
Далее темно-темно-синие эти босоножки. Их цена 15650, это $574. Рассматривала я очень-очень детально все. И больше всего мне понравилось и запомнилась вот эта пара обуви. Ее цена 12250, это $450. В общем, такой получился влог. Немножко не дали поснимать в Прадо, не разрешают. Ну, то есть, если быть понаглее, то все можно, но как бы я не стала. Поэтому я решила просто пройтись под сумму и показать очень красивую обувь. И обратила внимание на новые торговые марки. Классные джинсы, но не сели на меня в талии. В общем, посмотрите, напишите ваше мнение. Мне кажется, стоит ждать еще больше скидок, потому что как-то слабенько. Везде уже распродажа минус 70, а в сумме 30-50%. Ну, по крайней мере, то, что я смотрю. То, что я смотрю, всегда раскупают по полной стоимости. Так, я думаю, что видео было неплохим. Есть хорошие футболки, есть хорошие вещи, которые сядут на кого-то, но не на меня. В общем, я вам благодарна за просмотр, за лайки, за комментарии. Бегаю по магазинам сейчас, девочки, на философские темы и болталки буду снимать. Говорят, нас опять закроют на карантин. Поэтому сейчас пользуюсь такой возможностью по магазинам. А как закроют, буду сидеть дома и делать тогда болталки. Вот так я решила разделить время, распределить рационально. Все, спасибо вам. Пока-пока.